эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля «Шератон». Я Алена Эпштейн. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. Более 200 представителей молодежных общественных организаций встретятся сегодня на Республиканском молодежном законотворческом форуме. Участники обсудят проблемы молодежной политики и выработают законотворческие инициативы для их решения. Лучшие проекты направят на рассмотрение в Курултай Республики. Кроме того, в рамках форума пройдет работа 6 площадок, таких как молодежный парламентаризм, добровольничество, проблемы и перспективы развития, потенциал в производственном экономическом развитии региона. Среди спикеров депутаты Госдумы, представители министерств и ведомств республики, организатор Молодежная общественная палата при Госсобрании Башкортостана. Подробная информация на официальном сайте Комитета по делам молодежи по республике. Локальные проблемы и перспективы развития градостроительной отрасли в регионах обсудят на федеральном саммите по недвижимости ProDevelopment. Руководители структурных подразделений девелоперских компаний, представители банков и инвестиционных фондов, риэлторы и брокеры встретятся сегодня в столице республики. Деловая программа саммита разделена на две тематические секции – эволюция городского регулирования и новые стратегии и форматы для развития проектов. Специалисты ответят на актуальные вопросы по финансированию проектов, формату недвижимости, и жилищной политики не только по республике, но и в масштабах всей страны. Среди спикеров – эксперты Главного управления архитектуры и градостроительства Уфы, Госкомитета Башкортостана по строительству и архитектуре, а также специалисты в области маркетинга. Саммит проводится при поддержке Российской гильдии управляющих и девелоперов. Участие бесплатное. Повышение инвестиционной привлекательности, поддержка бизнеса и выстраивание взаимовыгодного диалога между властью и предпринимателями. 9 и 10 июня эти и другие темы станут главными на экономическом форуме в Сибае. В крупном событии примут участие представители федеральных и республиканских властей, глава Башкортостана Рустем Хамитов. Также широко представлены иностранные делегации, крупные промышленники, общественники и руководители институтов поддержки малого и среднего предпринимательства. За день до форума 8 июня в многофункциональном комплексе «Зауралье» в Сибае пройдет круглый стол Ассоциации юристов России. Диалог власти и бизнеса как фактор прорыва – одна из главных тем. К участию приглашаются бизнесмены, общественники и все, кто заинтересован в развитии своего дела, района, города и региона. В рамках круглого стола будут подписаны ряд соглашений, в частности, о сотрудничестве АЮР с независимой уральской газетой и телеканалом РБК Уфа. Информация о курсах валют, установленных Центробанком, на сегодня. Доллары и евро снова синхронно подорожали. Курс доллара увеличился на 60 копеек и оценивается в 62 рубля 27 копеек. Евро в плюсе на 71 копейку, 72,83. Лучшие обменные курсы на данный момент – покупка доллара в банке Нейва и банке Юнистрим за 62 рубля 22 копейки. Продажи также в банке Нейва, Тимирбанке и банке Юнистрим за 62,58. Наиболее выгодное предложение по покупке евро также в банке Нейва за 72 рубля 80 копеек. Продажи также в банке Нейва и банке Юнистрим за 73 рубля 5 копеек. Это был утренний выпуск новостей на телеканале РБК Уфа. Смотрите наши выпуски в течение дня.